Голос этой женщины многие из нас также слышат несколько раз в день. Пока, зайчонок. Пока. Давай, пока-пока. Егор не боится отпускать маму за границу. Ведь даже если у нее разрядится телефон, он все равно услышит ее голос. Моя мама сейчас в самолете, но я все равно слышу ее голос. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Ксения не диктор. Она менеджер по работе с клиентами крупнейшего сотового оператора. Однажды понадобилось записать на автоответчик информацию о новых услугах. Ксения вспомнила детство, театральную студию и записала. Конечно же, стараешься где-то улыбнуться во время записи, где-то добавить, может быть, там, сделать голос более глубоким, более темным. Ну, то есть есть такие понятия, да, чтобы абоненту было интересно не только слушать информацию о тарифе, но и просто слушать голос человека, чтобы он не вызывал негативных эмоций. Почему именно женский голос? Считается, что он приятнее на слух. Меньше, чем мужской, искажается по телефону, да и вообще издавна ассоциируется с голосом телефонистки. Голос Ксении рассказывает клиентам о новых услугах и тарифах. Быстро, доступно и в сжатой форме. Друзья Ксению в трубке не узнают. Многие вообще думают, что голос искусственный. Есть два способа доставления информации. Говорить с роботом не очень приятно, не очень хорошо. И говорить с человеком. Человеком эта система, так называемая интеллектуальная система. И вот голосом этой интеллектуальной системы часто является Ксения. Раньше Ксения переживала, ведь с ее голосом у клиента связан негатив, когда абонент не хочет или не может взять трубку. Поэтому недавно фразу про недоступного абонента убрали, заменили на более нейтральный вариант. Сейчас мы используем немножко другую фразу. Это фраза «оставьте сообщение для абонента». То есть, если он недоступен, включается сразу же голосовая почта. В жизни Ксения – самая обычная жена и мать. И больше всего на свете любит делать подарки. Пусть даже совершенно незнакомым людям. То есть, когда ты говоришь «бесплатно», это вот самая любимая фраза, потому что настолько приятно ее произносить. И ты понимаешь, что слышать ее приятно людям. У нее было столько любовников, что и не сосчитать. Правда, она никогда не узнает их при случайной встрече на улице. Да и те вряд ли обернутся, когда пройдут мимо. Ведь они никогда не встречались. Это не производит такого впечатления, как будто. И больше я помню тех мужчин, с которыми, например, я читала стихи по телефону. «Мы одни, из сада в стекла окон светит месяц, тускло наши свечи. Твой душистый, твой послушный локон, развиваясь, падает на плечи». В интимный телефон она попала по объявлению. На работу приглашали женщин-операторов. Только на собеседовании объясняли, какого рода разговоры придется вести. Ольга решила попробовать, из любопытства. Процесс всегда волнительный, как ни странно. К этому невозможно привыкнуть. Абсолютно неповторяемые люди, вполне повторяемые ситуации, но непривыкаемо. Это, наверное, сравнимо с выходом на сцену. Сначала был месяц обучения о зампрофессии. На этом этапе отсеивается каждая третья из желающих. С нами работали и психологи, и даже с некоторым медицинским образованием люди, которые преподавали нам отклонения. Какие есть сексуальные отклонения? Мужские, женские, и потому что, в общем-то, бывало, что и не только мужчины звонят, хотя мужчины – это распространеннее, конечно. Наша задача была с первых минут определить, какой человек тебе звонит. То есть, какой лучше предмет обыгрывать для него, да? Если это фетиши, значит, мы там с вещами любовью занимаемся. Бигуди, халат, крем на лице. Скорее всего, клиенты Ольги представляют ее себе совсем не так. Но волшебный голос творит чудеса и будет самая невероятная фантазия. Ведь в трубке никакая не Ольга, а томная Анжелика. Алло. Да, да, да. А я вам звоню по объявлению. Привет, любимый. Я сразу же любимый. Ну да, я только-только-только ждала твоего звонка. Я знаю, что я владею голосом и... Я могу позвонить, я могу заинтриговать. Это очень здорово, это хорошая практика.
Работницы виртуального секса сами себя называют актрисами. Еще бы, ведь им предстоит не просто разыграть перед мужчиной спектакль-импровизацию, но и выступить в роли психолога. Успокоить, помочь расслабиться и подбодрить. Мы заходим в лифт, нажимаем на кнопку «Стоп» между этажами, и мы одни сколько угодно времени. Во время короткой передышки Ольга Анжелика жалуется на маленькую зарплату. Мол, в нашей стране голос денег не приносит. Плюсы профессии – полезные навыки, которые работают в интимной жизни с мужем. Минусы – после каждого такого телефонного разговора чувствуешь себя опустошенной и разбитой. Если мужчина как бы хочет поговорить, и мы тянем на другом варианте время, на другом, как бы, на другой теме разговора, то это не вопрос, ты выполняешь желание клиента. А если ты сама... Уже тебе не вмочь, а он все хочет, тогда, извините, это уже профнепригодность. Нам должно быть всегда вмочь. Самое жаркое время для телефонных чаровниц – от полуночи до 4 часов утра. Но есть и клиенты, которые не прочь расслабиться и в рабочее время. Звонки идут практически непрерывно. За 12-часовую смену всех собеседников и не упомнишь. Алло. Алло. Да, здравствуй. У тебя вода шумит, ты уже в ванной. Я сейчас к тебе подойду. Ты любишь прозрачное белье? Или мне лучше остаться в своем халатике? У меня такой коротенький халатик. Ну что ты, ты будь спокоен. И все вранье, что мужчины любят глазами. По крайней мере, это не клиент Анжелики. Ее внешность – это голос. Рост, вес, цвет глаз и волос – все это мужчина додумает сам. По тону, тембру, паузам и дыханию. Кстати, успешнее всего в этой профессии дамы бальзаковского возраста. Ведь здесь важнее жизненный опыт и способность поддержать беседу. А вовсе не юное тело. Ты знаешь, мое тело в прозрачном пеньюаре под каплями воды будет еще более красивым. Моя грудь, мои бедра, и все это обтягивает пеньюар. Вы знаете, вот самое интересное, что нас не учили владеть голосом. Потому что каждый пользовался именно тем инструментом, который у него есть. Если есть визглявый какой-то голос, он так и общается, и кому-то это нравится. То есть почему нет? То есть... От супруга Ольга свою подработку скрывает. Боится ревности. Телефонные мужчины неоднократно приглашали ее на реальные свидания. Но каждый раз Ольга категорически отказывалась. Предлагают и очень часто. Но в этом нет никакого смысла, учитывая, что мы совершенно не таковы, как о себе говорим. Любовь с первого слова. Не зря говоряжские уши – это эрогенная зона. Жительница Брянской области Мария влюбилась в голос. Просто я поняла, что я не могу. Мне вот хочется слушать и слушать, я не могу не слушать. Мне хочется увидеть, хочется побольше узнать. Машин ненаглядный живет в радиоприемнике. На частоте известной музыкальной станции. Он диджей, работает под псевдонимом «Большая танцевальная мышь». Каждый раз включаю, каждый раз жду, когда же я услышу голос «Большой танцевальной мыши». Ну, и это как прям такой маленький праздник. Обычного земного бойфренда у Маши нет. Уже год его заменяет манящий голос из радиоэфира. Влюбиться в голос? Ну, мне нравится, мне тянет, мне хочется слушать и слушать. Мой слух как-то не воспринимает, видимо, пока другие голоса. Красивый голос в красивом теле, уверена Маша. Ее радиолюбимый просто не может быть непривлекательным. Как он выглядит, девушка не знает. В поселке, где она живет, нет выхода в интернет. Достать фото кумира невозможно. Остается строить догадки. Про мне кажется, что он высокий, атлетического телосложения. А порой мне кажется, что, может быть, он такой крепкий, сбитый парень. Ну, на 3-4. Пойдем в эфир сейчас. Большая танцевальная мышь знакомит симпатичного парня из Москвы с очаровательной девушкой. Большая танцевальная мышь, в миру просто Андрей, несколько лет назад сменил операционную на диджейский пульт. Учился на реаниматолога, но однажды попал на радио и понял – это его призвание и судьба. И в тот день, когда мне, в принципе, должны были вручать диплом, я уже как полтора года работал вот на этой радиостанции. Сначала Андрей освоил студийную технику, а потом решил попробовать свои силы на месте диджея. И сразу понял, надо заняться голосом. Без него никуда. Голосовая специфика у каждой радиостанции своя. То есть кому-то требуется больше драйва,
больше драйва, соответственно, с более сильной, с более энергичной подачей. Чем грубее голос здесь, тем лучше. Кому-то нужно то, чтобы человек нежно и ласково что-то говорил. Для девочек нужны звонкие голоса, яркие, сочные, светлые, чтобы слышать такой мужчину. Ай, какая же она клевая, как она звонко вот это сейчас все говорит. Смотрите после рекламы. Чем закончится свидание Марии и большой танцевальной мыши? И как звезда караоке попыталась стать звездой эстрады?